22 июля на проезде Швейников автомобиль сбил 4-летнего мальчика. По данным ГИБДД, мальчик вместе с мамой и бабушкой приехали на автомобиле в поликлинику. Когда они возвращались к машине, мама первой перешла дорогу, а мальчик с бабушкой шли позади. При подходе к дороге ребенок вырвался и выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Появление ребенка на дороге для водителя автомобиля стало неожиданным, и он не успел затормозить. Мальчик получил травмы. 23 июля у здания Тверской областной прокуратуры состоялась церемония открытия мемориальной доски бывшему прокурору Тверской области, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры, государственному советнику юстиции 3 класса Владимиру Емельяновичу Цветкову. Сегодня, 23 июля, Владимиру Емельяновичу исполнилось бы 97 лет. Право торжественного открытия мемориальной доски предоставлено вдове заслуженного работника Галине Александровне Цветковой и прокурору Тверской области Сергею Лежникову. И до сих пор работники прокуратуры с теплотой вспоминают то время, когда Владимир Емельянович руководил нашей прокуратурой, когда он формировал коллектив. Ну и хочется отметить, что работники прокуратуры всегда вспоминают его теплым словом. И я думаю, что вот открытие мемориальной доски, оно в том числе и отразится на воспитательном процессе для молодых сотрудников, которых мы сегодня принимаем на работу в прокуратуру, которые, принимая присягу, должны знать о том, что вот такие героические люди, ответственные, руководили нашей прокуратурой, прокуратурой Калининской области. И благодаря им был сформирован тот костяк, проделана та работа, которую мы продолжаем на сегодняшний день. И будем продолжать ее и дальше. Вся жизнь Владимира Емельяновича Цветкова была связана с органами юстиции Калининской области. В 65-м году фронтовик Цветков, получивший на фронте тяжелое ранение, был назначен на должность прокурора Калининской области и занимал этот высокий пост в течение 18 лет. А до этого в трудовой биографии Владимира Цветкова была работа в калининском правосудии. В 25 лет он исполнял обязанности судьи Калининского областного суда. В 26 лет стал судьей, через 2 года заместителем председателя Калининского областного суда. Потом возглавлял управление юстиции региона. А с 1956 по март 65 годов работал председателем Калининского областного суда. Мне представляется, что в этот период времени он получил те необходимые навыки и организаторские способности, которые успешно применял впоследствии. А самое главное, глубокие знания теории и практики применения, правоприменительной практики. Благодаря усилиям Владимира Цветкова в 1964 году построено здание областного суда на улице Горького. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 80 года за заслуги в укреплении социалистической законности Владимиру Емельяновичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Его беззаветное служение Родине, заслуги в деле укрепления законности и правопорядка отмечены государственными наградами, орденом «Знак почета», орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, Владимир Емельянович Цветков награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, почетным знаком губернатора Тверской области «Крест Святого Михаила Тверского», правительственными медалями. Общий юридический стаж Цветкова составляет почти 50 лет.